Транспортная реформа в действии. Через 2 недели в столице Чувашии полностью изменится маршрутная сеть. Нововведения горожане смогут оценить уже в первый день зимы. Необходимость проведения транспортной реформы в столице Чувашии назрела давно. Но особенно остро она встала, когда свою деятельность на территории республики прекратило предприятие «Чувашавтотранс». На маршруты вышли временные перевозчики на маломестных автобусах, что оказалось очень неудобным для жителей с детьми, пожилых людей и инвалидов. Для улучшения транспортного обслуживания в столице Чувашии был разработан документ планирования регулярных перевозок пассажиров. Уже в июне администрация города Чебоксары объявила аукцион по 24 муниципальным маршрутам. Его итоги: по 18 маршрутам определен победитель, по 6 продолжаются торги. По 6 маршрутам начало срока выполнения работ январь-февраль 2019 года, а по одному маршруту аукцион будет объявлен повторно. Администрация города Чебоксары проводит процедуру заключения краткосрочных контрактов по 13 маршрутам согласно статье 93 44 федерального закона. С 1 декабря текущего года меняется схема движения 14 маршрутов и отменяется 16 маршрутов. В тех районах, где отменяемый маршрут единственный, к примеру, 21-й для Заворажного, 61-й Чандрово, 63-й Мясокомбинат, будут продлены схемы движения 52-го, 32-го, 20-го маршрутов соответственно. Транспортная доступность для отдаленных районов будет полностью обеспечена. Планируется, что в ближайшее время также запустят новый троллейбусный маршрут номер 10, который соединит микрорайон Садовый с центром города. Кроме этого, в начале следующего года планируется запуск троллейбусного маршрута в микрорайоне Новый город. На улицах столицы будут курсировать автобусы средней и большой вместимости. 77 белоснежных автобусов уже поступили в город на прошлой неделе. В ближайшее время они выйдут в рейсы.